Может быть, фиолетовый, какая-то безусловная. За столик присесть, и давайте, дорогие друзья. Будет дольше. Я обещал рамки. Много знаний. Ну, я сегодня вообще не хочу. Я хочу уйти домой. Какой цвет для вас лично, что важно в вашем восприятии? Не научное, а лично ваше. Но другой человек может не понять. А это не важно. Не важно. Важно, чтобы вы для себя. Итак, дорогие друзья, давайте так. На следующее занятие три человека поднимите руки, чьи мы тексты будем кулуарно отсутствовать. Тексты вообще. Да. Раз. Два Эльмира. Третий. Кто? На следующее занятие готовы. Вы. Мы вот сейчас втроем договариваемся, как вы обменяетесь текстами. Каждый из вас троих дает двум другим свои тексты. Я сегодня не буду напрямую текст, чтобы вы. Значит, договоритесь на следующее занятие. Сегодня можно.